Прям, пожалуйста. Я думаю, что человек, который не хотел, не будет вдруг потом хотеть. То есть мне кажется, он всегда хотел, и ему это нравится, как бы он так развлекается, не знаю. Ну, конечно, развлекается. Каждому свое. Хорошо. Женя спрашивает, как ты относишься к тому, что тебя звали певицей Николь? Жесть, Верка. Да, нормально отношусь. Меня же не сравнивают с Веркой Сердючкой. Поэтому, в общем-то, ни с кем на Украине не сравнивают. Ну, похоже мы, ну и что? Это не самый худший пример, на которого можно равняться. Ну, похожий, похожий. Я ни в чем не стараюсь подражать, ни в коем случае. Я это я. Мы все равно очень разные, но, ну, похоже. Женя спрашивает, Санта, как ты планируешь покорять Россию? Какой фильм ты можешь посоветовать посмотреть? Ух, Женя, наверное, уроженец. Да. Покорять, завоевывать. Ах, это тоже вопрос к Вове и Ине. Чисто логистически я вам не расскажу, как я собираюсь покорять, потому что сама не знаю, но... Делая качественный продукт, наверное, хорошую музыку, действительно хорошую, танцевальную, модную, стильную, необычными решениями, какими-то клипами красивыми, необычными. Ну, то есть чем-то качественным, однозначно. Я думаю, надеюсь, есть во мне надежда закрыться, что можно покорить Россию качественным продуктом. Собственно, на этом как бы вопросы, они не все, просто все остальное либо повторы, либо какие-то хамовитые выпады. По контенту все. Спасибо огромное, очень приятно было пообщаться. Спасибо. Заключающее слово для зрителей, читателей. Дорогие читатели «Комсомольской правды», я желаю вам, чтобы вы никогда не забывали самосовершенствоваться, чтобы, причем как внешне, так и внутренне, что очень важно. Чтобы вы верили в себя, потому что я в последнее время почему-то встречаю многих людей, которые красивые очень и внешние, и внутренние, которые в принципе могут в своей жизни горы свернуть, но они настолько в себя не верят, говорят, да не-не-не, я нет, никогда в жизни. То есть сами осуждая кого-то, они не верят в себя, это большая проблема. Я могу сказать, что я никого не осуждаю никогда, стараюсь конкурировать только с собой. Я самый большой сам себе враг, просто самый большой. И мне кажется, нужно искать себя, не прекращая, работать над собой. Ну и самое важное в жизни – это любовь. Причем любовь во всех ее проявлениях. Не только к родителям, к своим каким-то родственникам, близким, детям, а ко всем людям. Прощайте, любите. И, в общем, всего вам самого хорошего.